Во вторник вечером Козинский стадион «Полесье» принимал полуфинальные матчи чемпионата Мозырского района в программе круглогодичной спартакиады предприятий, организаций и агропромышленного комплекса. Отметив, что пятое место завоевала дружина ЕК, 26-я позицию Мозырского монтажного управления 45, скажем, что упорнейшая борьба ждала зрителей в основное время матча «Заря Мозырь-Соль» и только серия пенальти, которая по регламенту сразу наступает вслед за основным временем, при условии ничьи, дала ответ относительно победителя. Им стал дружный коллектив «Зари», в котором все участники, от вратаря Максима Кожедуба до руководителя Антона Анатольевича Васюка и его помощника Александра Николаевича Боровского, работают во благо общего дела. Напряженно получился поединок, не реализовали кучу моментов в основное время. Наверное, сказалась немножко напряженность, так как стадия плей-офф. Но мы, конечно же, довольны этой победой, хоть и серии пенальти, и будем устраиваться на финальную игру. В финале «Заря» вновь встретится сборная Мозырского нефтеперерабатывающего завода. С этого футбольного противостояния и начинался турнир. Тогда «Заря» одержала победу со счетом 3-2. Что будет в финале, посмотрим. Но одно можно сказать точно. По ходу чемпионата нефтепереработчики прогрессируют, и их победа над командой «Мозырские электрические сети» со счетом 4-0 тому подтверждение. Ну да, сегодня, в принципе, сыграли неплохо, особых усилий не прилагали, чуть уже сыграли, к поляне привыкли, потому что обычно играем на искусственном, это живая. К финалу готовимся, надеемся на положительный результат, приглашаю всех на футбол в четверг, приходите. Отметив Галиадоров, Станислава Риуского, Семена Колобенко на его счету, два забитых мяча и Никиту Никиточкина, выделим капитана команды Олега Дубовца, который восстановился после травмы и, что очень важно, оставил свои ворота в неприкосновенности. Для вратаря всегда важно сохранить ворота неприкосновенности, так что травма, ну да, еще дискомфорт чувствую, а так, ну, будем восстанавливаться. Но очень рад, что на 0, ребята молодцы, выиграли 5-0, очень хорошо, будем готовиться к финалу. В первом матче чемпионата Олег не играл. В финале мы думаем увидеть в воротах сборной Мозырском ПЗ надежного капитана этой дружины, который чувствует ли в себе силы взять реванш у соперника, оставить за собой титул сильнейшей футбольной команды Мозырского района. Ну, силы есть всегда, наверное, но победить «Зарю», да, ну, это же финал все-таки, всегда хочет выиграть и занять первое место. Так что будем сражаться и посмотрим, кто сильнее. Ну что же, четверг, 24 июня, в 6 часов вечера матч за третье место между командами «Мозырь-Соль» Мозырские электрические сети. Финал 19 часов 15 минут. Встречаются дружины нефтеперерабатывающего завода и совхоза комбината «Заря». Не пропустите.